Простите, коллеги, я надеялся, что батарея дотянет, но она была сразу распространена на Далмацию, то есть на, или мы можем сказать, на Венецианскую Албанию, как она еще называлась, южнее. Поэтому это были славянские земли. И, кстати говоря, первый митрополит там и умер во время архипастырской своей поездки, он там и скончался. А вот вопрос Ионических островов, он был такой дискуссионный. Дважды патриархи давали свои хрисовулы на то, чтобы на то, что митрополит Филадельфийский является и неким таким, ну что ли, супервайзером, в том числе и Ионических островов тоже, но там были свои епископы. Там было два, а потом три епископа своих. И, как я понимаю, фактически его вот это вот такая, ну, его главенство, оно ими, в общем, игнорировалось. И отдельный, в частности, вот этот униат, он сетует, что вот он должен был бы вообще-то признаваться как господин и чтиться как первый, в том числе и среди епископов Ионических островов, а они его не хотят, так сказать, и видеть. Но он тогда еще не объявил о своем униатстве, то есть он имел бы право. Так что это был такой вопрос дискуссионный немножко. А что касается Филадельфийской митрополии, да, она была возобновлена после того, как в 712 году была отменена митрополия здесь. Ну, Венеция. Единственное, что вот для меня до сих пока не до конца понятно, как был вот этот последний митрополит в 1780 и 90-м годах. Он возобновил статус филадельфийского. То ли они каким-то неисповедимым образом существовали параллельно, то ли еще что-то. Это вот надо посмотреть. Но с 712 года она возобновила регулярное там свое, так сказать, функционирование. Уже непосредственно там. Ну, это титулярная, конечно, все равно она была, они там все сидели. Спасибо. В Константинополе. А замечание, вот, может быть, сразу? Ну, как захочет. Ну, нет, конечно, конечно. Да, конечно. Захочет сразу, скажет сразу. Захочет подождать, пусть подождет, я не знаю. Так, Татьяна Анатольевна молчит. Хорошо. Тогда а там у кого еще, может быть, вопросы есть? Ну, у меня есть вопрос. Можно? Да, конечно, пожалуйста. Да, Ирина, пожалуйста. У меня не вопрос, а скорее недоумение. А какие могут быть препятствия к тому, чтобы вам продлить период до 1790 года? Это, я понимаю, что это труднозатратно, это большой объем новых материалов, но мне кажется, без этого периода было бы ну, как-то закончено на промежуточном этапе. Все-таки у вас достаточно материалов и достаточно представлений, чтобы показать всю историю действительно в таком в полноценном объеме, полную историю этой Филадельфийской метрополии. То есть мне кажется, здесь не должно быть никаких сомнений. Это вот моя точка зрения. Нет, ну тут действительно это трудозатратно, и я даю себе отчет, но я имел в виду, что поскольку она закончила свое существование в 712 году, то как бы вот с точки зрения формальной, ну вот единственное, что вот этот последний кусочек только еще остается. Но, конечно, есть искушение все равно весь 18 век взять, потому что очень русско-греческие связи-то были активными, поэтому в этом смысле, конечно, да, я понимаю вас, и я тоже, в общем, согласен. Нет, но все-таки эта докторская работа, она должна какую-то фундаментальность иметь. Ну, вот. Это вот первое, что я хотела сказать. Потом вы говорите часто про приложение, и я так понимаю, больших объемов документов. Но у вас же есть возможность по мере разработки темы, вы можете каждый период превращать в монографии и публиковать все эти документы в приложении к монографии. И тогда в докторской вы вносите уже, не конспективно, но, по крайней мере, уже опираясь на те материалы, которые вы опубликовали сами. То есть вот такой момент тоже возможен. Это не обязательно все впихивать в одну докторскую работу. А если вы представите по каждому периоду по книжке, то это будет достаточно наглядно, что вы как капитально поработали над темой. Вот.
Ну, это я просто вот свои соображения по ходу вашего доклада. И опять-таки по поводу греческих источников или вот Корфу, который вы упоминали, я столкнулась с тем, что сейчас, вот, например, греческие архивы, они просто доступны, описи лежат, выложены в интернет, заказы можно делать непосредственно через интернет и получать документы. То есть упрощен доступ к документам в настоящее время. Я не знаю, это, может быть, это касается только афинских документов или афонских, вот, с которыми я работала, но я предполагаю, что и в других архивах такая же ситуация. Ну, можно уточнить, да. Я как бы с ними связывался полгода назад, можно уточнить. Но там на Кефалоне цифровизация, это разные. Но спасибо, я все равно, так сказать, немножечко их потрясу. Можно я скажу? Это было очень кратенько. Да, да, Инна Игоревна, пожалуйста. Ну, мне было, во-первых, очень интересно от этого лекции, потому что где моя Сибирь, где ваша Венеция? Два полюса, да, совершенно разные. Я бы тоже хотела вот сделать тот же акцент, который сделала Инна Юрьевна. Мне кажется, что, ну вот по моему мнению, было бы логичнее и правильнее брать до конца 18 столетия, ну, расширить вашу хронологию, потому что в противном случае вам все время придется объяснять и пояснять, что еще после того было, да, вы все равно будете на это постоянно ссылаться в своей работе, если вы ограничите, да. Здесь у вас исчезает этот аспект, ну, как бы вы логично идете по хронологии и заканчиваете тем, что когда оно действительно завершилось, да, не юридически, но практически, скажем так. Поэтому мне тоже кажется, вот я бы на вашем месте... Смотрите, вы автор, вы знаете материал, я его не знаю, но вот мое видение таково. Спасибо. Спасибо. Еще, да, пожалуйста, пожалуйста, Сергей Алексеевич. Отец Алексей, вот есть, на мой взгляд, несколько принципов построения работы, да, подобного рода. Ну, историки чаще всего используют хронологический принцип. Но есть еще тематический принцип, который базируется на тех выводах, которые в результате работы у автора получаются. Вот вы могли бы сейчас уже сказать несколько таких тезисов основных, которые бы систематизировали материал, который вы собрали и в хронологическом порядке изложили? Ну, в первую очередь, это сам, ну, скажем так, если я правильно понимаю, то, о чем вы спрашиваете, есть просто некоторые основные, что ли, положения, которые удается зафиксировать и которые удается подтвердить. Вот. Ну, например, если раньше считалось, что русские с венецианскими греками встретились в 17 веке и значительно позже, то есть это уже практически во время Алексея Михайловича, то мы выясняем, что встреча произошла намного раньше, еще во время Федора Иоанновича. Вот, то есть, ну, вот если мы говорим о каких-то фактах, которые имели место, если мы говорим о самих принципиальных темах, то это в первую очередь культурное и церковное взаимодействие русских с венецианскими греками, которая отрабатывалась в течение десятилетий и веков и дошла до определенного, так сказать, взаимовыгодного такого состояния, и на уже, так сказать, 18 век это была, так сказать, такая вот настоящая виртуозная довольно игра, в то время как начиналось все, ну, как я уже говорил, очень скромно и просто, так сказать, рандом, ну, как теперь говорят. Вот, то есть, ну, конечно, вклад Петра, который был просто-напросто качественные изменения в этих, во взаимодействии с венецианскими греками, с филадельфийской митрополией, он заступался
Он написал письмо в защиту православных, у которых отобрали церковь. То есть его методы ведения церковной, внешней церковной политики, они интересны и достойны анализа и от того, чтобы отметить. Но я, может быть, это какие-то такие мысли, которые мне приходят в голову более или менее без... Сейчас я к этому не совсем был готов. То есть, все-таки, если вы еще раз конкретизируете ту тематику, которую бы вы... То есть, то, что вы хотели бы... Отец Алексей, но я вот даже имею в виду, ну, условно, если это диссертационное исследование, то в нем должны присутствовать положения, которые выносятся на защиту. Да, да. Вот что это может быть, если буквально... Как я уже сказал, это определение того, что наши исследуемые греки намного раньше встретились с русскими, что мы документально смогли бы подтвердить. Это то, как я уже сказал, что роль, роль, существенную роль, важную роль в сближении Венецианской республики и России во время Алексея Михайловича и первого, скажем, периода, да и полного правления Петра, в сближении позиций сыграли венецианские греки. Ну, например, такой факт, что один из близких к ним, не грек, но Савва Рагузинский, персонаж исключительно известный, благодаря Савве Рагузинскому, который, естественно, был очень близок к этой общине, был признан статус, титул императора за Петром Первым, то есть благодаря практически его работе, вот, находившемся в тот момент в Венеции. Поэтому венецианские греки, это была очень важная страта такая в этих отношениях. Кроме того, значит, Петру, опять же, если мы говорим о его времени, я им больше занимался на сегодняшний момент, то благодаря военным успехам, конечно же, его и тем надеждам, которые он возбуждал в греках, удалось привлечь их на свою сторону для работы не только в Венеции, но, как мы знаем, и в России, и даже вот в Константинополе. И, кстати говоря, удалось создать и купировать католическую миссию, униатскую миссию среди греков не только в Венеции, но на территории Венецианской республики. Вот благодаря своему заступничеству перед ними, за них перед венецианскими властями. Вот, то есть, ну а если уже говорить о каких-то, ну я не знаю, таких символических эпизодах, то ведь греки это были своего рода такой византийский ген Венецианской республики. Греки это было просто вот было, то есть то, что они награбили там и перевезли там, значит, мощи там и различные камни, это все наворованные, эти все колонны, то есть это была Византия, которую они туда перевезли, может, насильно. А греки это была живая Византия, это были ее вот наследники, которые в какой-то мере, хоть они были там в положении меньшинства и даже во многом ущемленного все-таки, они, с другой стороны, вроде как придавали какую-то даже как бы легитимность, что ли, потому что недаром же вот мы недавно говорили «Венеция quasi altrum Византиум», это упоминалось и на недавнем мероприятии. То есть действительно, это же ведь были слова Виссариона. Кардинал Виссарион сказал, что Венеция это почти вторая Византия. Так вот, благодаря тому, что этот такой ген все-таки встретился с православным государем, и он понимал, что ему там дают возможность, ему, значит, применяют его знания, высокооплачиваемые, конечно, и так далее, то в какой-то мере, но это я уже сейчас говорю, это можно оформить, конечно, таким языком более наукообразным, но в какой-то мере Петр просто это первородство, которое венецианцы его держали, так сказать, вот он его
за известную, так сказать, похлебку, не такую уж и чечевичную, а он действительно много вкладывал в них, он его, так сказать, в какой-то мере взял себе, потому что они повернулись в сторону России. И, конечно, там не было недостатков в их разочаровании, потому что они хотели большего, но, тем не менее, это и материальная база, и это и возможность готовиться. В конечном счете, то, что потом выстрелило и стало независимой Греческой Республикой, во многом на тех кадрах, да что говорить, и Каппадистрия, и все они базировались, многие из них работали и базировались в России. Поэтому, конечно, Россия сумела вот их переманить на свою сторону вот, во всех смыслах. Ну, вот такие вот мысли, как положение, которые будут сформулированы потом более конкретно, конечно. Так, кто еще что-то желает сказать? Можно? Да, Лидия Борисовна. Отец Алексей, простите, если глупость, но, насколько я понимаю, в исторической науке нет единого мнения, был ли Петр I в Венеции. А вы можете одну из вот этой задач второй главы поставить себе вот такую глобальную задачу, ответить на этот вопрос, соответственно, либо подтвердить, что он был, либо наоборот определенно опровергнуть. И мне кажется, что это было бы вот одно из таких так, тоже очень ценных исследований и, ну, такая фактически точка в исторической науке. Ну да, спасибо большое за эту идею, и ее, наверное, нужно продолжать копать, хотя уже копано-перекопано, и я сам подчас один день у меня, вот, так сказать, мне кажется, что... Потому что есть свидетельства как бы и одного, и другого, и нет ни одного... Ну, такого совершенно очевидного, такого яркого свидетельства, что таки не было. Более того, получается, что по дням, если рассчитать, даже вот ему, оказывается, по сравнению с теми людьми, кто нашими коллегами, кто занимался, вот, кстати, этой несостоявшейся поездкой, получилось так рассчитать, что на самом деле они где-то немножечко даже отрезали. Там у него больше дней получалось на поездку. То есть, если говорить о последней встрече в Вене и о потом первом его появлении уже в Венеции, вот это вот пресловутом появлении, то получается, что у него было достаточно времени, чтобы вполне себе доскакать. У него было там двое суток и ночь еще. Вот, так что, по идее, так сказать, он мог бы успеть, если бы... Ну, и есть только косвенные покаместы. Конечно, если хоть что-то всплывет, это будет вообще... Это будет бомба. Это в новостях можно будет давать. Тем более, 350 лет тут такое дело. Вот, ну, увы. Ну, это хорошо, если, так сказать, эта бомба взорвется, но... Так сказать, ставить себе задачу непременно в диссертационном исследовании взорвать какую-нибудь бомбу, наверное, ставить не нужно. Будет получаться хорошо, не будет, так сказать, это все-таки не задача диссертации, непременно, значит, сенсацию какую-то выдать. Хотя было бы приятно, конечно, об этом узнать. Еще что-то... Кто-то хочет сказать? Татьяна все-таки Анатольевна собиралась что-то сказать. Она... Да, тогда можно. Знаете, кстати, по поводу Петра, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, какой это был доклад, по-моему, все-таки там говорилось, что он не доехал, что готовились деньги. Я попытаюсь вспомнить, где я недавно слышала. Вот, а по поводу уже каких-то, не знаю, не вопросов, а, значит, ну, первое, что я бы акцентировала в начале вашего исследования, в смысле самого текста уже, это вот уникальность ситуации, положения греческой общины в Венеции. Ну, не знаю, можно ли использовать слово толерантность, прагматизм, да, дожи и так далее, но ведь там не только греки были, там и армяне были, да, и всем позволялось все. И это нисколько не разламывало ни католическую церковь и так далее. И
такой ситуации, как я понимаю, как бы больше нигде не было, по крайней мере, по отношению к православию, да, разным и другим христианским деноминациям. И это как бы была изначальная позиция правительства Венеции, Республики Венеции, которая, собственно, ей обеспечивала колоссальные выгоды, в том числе и финансовые, и дипломатические, и какие угодно. Вот. И в принципе, ну это, конечно, не тема исследования, но чтобы показать масштабы, может быть, показать, с кем еще контактировали, общались вот эти православные, ну, греки Венеции, да, помимо России, да, кто их был еще, значит, контрагентом, да, с какими государствами или другими общинами, потому что явно не только с Россией. Вот. Тоже сказать, что это не является предметом исследования, но показать вот такой, я полагаю, вселенский объем. Потом, насколько я тоже это знаю, в архивах Венеции сохранилась совершенно колоссальная информация, в частности, о России, потому что венецианцы собирали все, что можно во всем мире, и там лежат абсолютно, вот мои коллеги находят там не только записки иностранцев, то есть это даже не обязательно греки, но фиксировали все и вся, и, в общем, сохранность колоссальная, и поэтому тоже вот интересно, ну, не только, вот, скажем, правительство, да, Венеции, что собирало все, но и что греки собирали, что община, просто международной ситуации в мире, православии. И вот, конечно, одной из самых главных, по-моему, сквозных тем – это греки как информаторы русского правительства. Вот. И чем они могли, венецианцы, быть лучше, чем, скажем, стамбульских греков, да? Что они могли принести, что они могли донести и как они контактировали. Потом, когда вы... Потому что это... Ну, даже вот мой персонаж, он говорит, что он ездил всюду и в Испанию, вот, и что он приехал из Венеции, да. Вот есть у меня один персонаж, хотя их мало. И, кстати, вот сразу переходя у службе, то есть в мой период выезды как раз с островов колоссально малы. Я думаю, что они в первую очередь в Италии, да, где-то находились. Я про греков говорю. В России очень мало выезжала. Ну и все, что касается первой половины, то тут у меня тотальная информация о выездах и службе, но не дипломатически, не те, кто приехал и уехал, а именно остался. Ну а дальше это вам смотреть. Но в принципе вот составление биографии и вот все эти персонали – это колоссальная работа на русской службе. И мне кажется, вам не стоит подробно этим заниматься, потому что это отвлечет вас от непосредственно итальянских архивов. Ну, то есть скорее брать обобщающие по чужим исследованиям, потому что это просто, ну, вы никогда не вылезете тогда уже из темы. И, ну, конечно, ну, что надо продлить до 1790-го, это, ну, абсолютно безусловно, это, здесь, я думаю, все абсолютно согласятся. Но вот, конечно, контакты, да, вот с кем, то это русско, греческо, итальянско, турецко. Ну, итальянцы, да, все там, да, все, потому что все равно митрополия подчинялась Константинополю, а Константинополь все равно находился в Осман. Поэтому вот здесь такой гигантский совершенно клубок, и, конечно, вам, ну, предстоит очень много открыть, я думаю, всем нам, вот эти все системы взаимосвязи между собой. Ну, и, наверное, последнее, что насчет прагматизма Петра, ну, и Иван IV был прагматиком. Это для правителя абсолютно нормально. Иван IV, ну, Грозный ведь из Пассивина что-то обещал, и Ракете что-то обещал, и никогда, в общем, ну, то есть, используя, да, никогда не, как бы не шел на уступки православия. Да. Поэтому и Петр I мне лично видится именно таким же примерно человеком, как Иван Грозный, прагматиком, но не склонным, ну, я имею в виду, отступать от веры человеку. А в целом, ну, можно только восхититься, потому что действительно вашему плану и перспективам, потому что планомерное исследование, вот, в первую очередь, в итальянских архивах, я думаю, откроет нам колоссальное количество информации. Особенно, если действительно еще Корфу и так далее, да, и Рим все смотреть. Ну, это я вот такая, как...
программа максимум абсолютно. Надеюсь, что... Вот, спасибо. Конечно, я и сразу сказала, что Петр, не отступая от вероучения, вот, тем не менее, был прагматиком. Конечно, Иван на своем месте был тоже, выполнял тоже так. Ну, просто у Петра уже и механизмы стали более совершенными, и, конечно, вот уже игра пошла более азартная. Вот. Ну и кроме того, при Иване фактически мы, сейчас я вам скажу, успеваем, ну фактически самый конец уже, то есть только-только встретились, вот, не было практически с ним зацепов таких, уже при Федоре Иоанновиче вот начались связи. Ну что, друзья мои, кажется, все высказались или нет еще? Есть еще желающие что-то сказать? Ну тогда давайте завершать будем эту часть нашего заседания. Ну что ж, мне тоже кажется, если позволите мне несколько слов в заключение сказать, мне тоже кажется, тут я поддержу общее мнение, что, конечно, хронологически нужно ориентироваться на суть дела, а не на какие-то формальные юридические моменты. Вот, поэтому эти вот 200 лет надо, наверное, да, слишком, даже не некоторым полностью объять предстоящим исследованием. Хотя надо сказать, что диссертационные и ученые советы нередко пугаются больших хронологических периодов, когда, значит, вот, в каком-то квалификационном исследовании предлагается, так сказать, вот, несколько столетий хватить. Но, значит, что суть дела остается сутью, и надо ориентироваться именно на нее. Вот. Мне представляется, что действительно, конечно, пожелаем Алексею успеха на этом трудном поприще, но ежели, так сказать, этот успех будет ему сопутствовать, то перед нами действительно, так сказать, очень и очень перспективная такая тема. Вот. И несмотря на то, что там в начале своего выступления докладчик забросал нас всякими именами, которые в той или иной степени, историков, которые в той или иной степени касались этой проблематики, но все-таки ощущение такое, что вот именно это, что именно роль венецианских греков и их место в политическом кругозоре российского государства, в той мере, в какой, значит, он ими пользовалась, а они им пользовались. Вот вся эта механика, вся эта кухня в целом, безусловно, это большой дезидератум. Совершенно ясно, что все это было, но детали, сумма взаимосвязи этого, внутри этого комплекса, персоналии, которые там были задействованы, некоторые, конечно, на поверхности, но, значит, в целом весь этот клубок еще не размотан. Вот. И тут, значит, работа, безусловно, в целом новаторская мне предстоит от Алексея. И я присоединился бы к тому предостережению, которое, по-моему, Татьяна Анатольевна говорила в этом, соблазнительное такое, поскольку действительно много лиц, много известных, скажите, или полуизвестных, или совсем неизвестных, но о которых вдруг оказывается биографический материал, вот в сторону просто топографической, вот не соблазняться, слишком уходить, совсем без этого, конечно, не получится. Но вот, ну, мы знаем, как исследователь устроен, его психология. Значит, начинается вот эта ниточка тянуться, и ты никак не можешь от нее оторваться, пока, значит, не до конца не дотянешь
ее. Вот. И здесь опасность не только в том, может быть, даже ее и нет, этой опасности, что значит, некое целое будет разрываться вот такими множеством экскурсов просто-пографических. А в том, что просто сил не хватит на все это, действительно, это Анатольевна права. Вот, все это очень соблазнительно, но, значит, нужно, очевидно. Это не мешает вам посвящать этим персонам какие-то свои отдельные публикации, если у вас есть такое желание. Но, значит, вот непременно всобачить это в докторскую диссертацию, наверное, цениться не нужно. Вот. Из-за того, что, значит, сил может не хватить, и главное, что, ну, если вы пойдете по этому пути, значит, вот этого вы осветили, этого тоже, а третий по недостатку сил остался в стороне. И вообще, возникает такое вот ванное впечатление диссертации сам. Лучше этого избегать. Ну вот. Ну что, замечательно, что такой план есть, и остается пожелать только отцу Алексею сил, рвения и удачи. Это касается прежде всего доступа к архивным материалам, для того, чтобы он это все так или иначе осуществил. Вот. Сейчас правда, как вы знаете, вернулась старая возможность защищаться по сумме работ. Вот. Но, коль скоро в данном случае тема диссертационная...